Согласно плану боевой подготовки проводятся экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирам и военнослужащим. Сверхсрочная диверсионная военная служба у личного состава, привлеченного к экзаменам, проводимым в учебных центрах азербайджанской армии, принимаются зачеты по знанию общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов. Проверяется уровень физической и строевой подготовок военнослужащих, выполняют стрельбы, а также контрольные задания по управлению различными видами гусеничных и колесных боевых машин автомобильной техникой. Целью проведения экзаменов является проверка боевой подготовки, навыков и способностей личного состава.